Короче, это моя самокат-проверка, и сегодня будем проверять мой самокат. Это мой руль, Proto Retro. А это мои грипсы, Audi Soft. Это мои баренды, Demolition. Это мой СКС, Proto Ребенок. Тут у меня стоит рулевая Phoenix, но пыльник у меня Tilt, высокий и редкий. Вилка Tilt Топор. Про модель, не помню, как его зовут. Одноглазого Джо. И алмазный Билли Джонс. Колеса Proto Gripper'ы, фулл-коры, прошу заметить. Вот, мне подарил их Тимур Мамат. Значит, у меня есть еще Че Defender, смотрите, красивый такой вот. Вот. Все хотят, но никому не дам. Вот, еще у меня есть доска. Flavor Jasper. Вообще она идет длиной 23,5 дюйма. Но есть такой классный чувак, который зовут Ваня Соловьев. Но не тот, который бутеркапы крутит, а нормальный. Ой, ну, Ваня Соловьев, короче. Вот. И, собственно, он мне очень-очень круто отпилил эту доску. Вставил внутрь пеги вместо обычных проставок. И, собственно, дропы выглядят шикарно. Она очень удобная. Непривычно, конечно, после TCI на ней кататься, но тем не менее. На TC Paramount. Вот. Ну, собственно, вот мой самокат. Тут есть еще дырки, смотрите. Вот так. Чтобы было удобно закручивать. Ну вот. Собственно, я вот покатал сегодня. Тут еще есть волк очень агрессивный. Так что, если вы любитель музыки стиля Beach House, то, собственно, я вам советую. Теперь давай конкретно пройдемся. Выбор про ездока. Это очень, очень интересное для размышления. Очень. Ну, обычному райдеру, да? Ну, там, Tailwhip в одну, тому подобное. Значит, у меня руль Proto Retro V2. Я катался на нескольких тэшках в своей жизни. Вот на этой только первой версии. И на Фениксе с комплит. Ну, ты вот из всего мне вот это прям самый классный показалось. Ну, плюс тут Proto еще значок, он ржавый. Грипс Audi Soft. Ну, я думаю, тут нечего сказать, как бы. Audi мягкие, типа, Audi. Все. Ну, вот, баренда Demolition. Ну, я не знаю, тоже на любителя. Мне просто нравятся железные баренды и выбивать одних пальцев. Собственно, СКС Proto Ребенок. Просто мне он нравится по форме, он нормально держит. То есть, ну, типа, это СКС, все, что тут можно еще сказать. А про рулевую нечего сказать, обыкновенный промат, то есть ничего такого. У меня стоит один высокий пыльник Tilt, и под ним еще один пыльничек для того, чтобы поднять немножечко руль. Из-за того, что он у меня все-таки низковат, 67 сантиметров. Для меня богатыря, извините, это маловато. Вилка Tilt Топор, в ней ничего такого нет, просто Tilt Tomahawk. Обыкновенная вилка. Выглядит неплохо, но, не знаю, в ней нет ничего прям супер такого. Она прочная, классная. Все, собственно, в ней нет ничего выдающегося. Колеса Proto Gripper'ы. Фулкоры. По поводу фулкоров ничего не буду рассказывать, просто мне нравится. То есть, как бы это на вкус и цвет. Вот, по поводу грипперов у меня строгое мнение, то, что нормальный пацан должен только на мягких колесах кататься. Тут жесткие колеса, я не знаю. Тебя жестко могут в очко оттарабанить, а колеса должны быть мягкие, как наша с вами любовь, друзья. Собственно, дальше, приступим дальше. Шкурка у меня моб грип. Я не знаю, важно ли это, но я не умею ровно клеить шкурки. Хоть я и год проработал в Кикмите, я так и не научился. Потом у меня есть две Peggy District, но я их не использую, потому что они просто уплотняют мою доску. Да, я с Peggy катаюсь, извините. Да, ладно, ребят, всем пока. Всем удачи, всем классного сезона и привет опять же, и пока. Да, вот. Вот этот парень вам тоже это уже передает. Нет. Выключай. Выключай, ёпт.